Усилить контроль за пассажирскими перевозками поручил профильным ведомствам глава региона. Это один из пунктов концепции безопасности движения, которую сегодня обсуждали в правительстве. В документе несколько предложений. Например, повысить личную ответственность руководителей компаний-перевозчиков и установить новые пункты динамического взвешивания. Когда встроенные в дорогу весы на ходу определяют нагрузку на ось, это может снизить количество аварий с участием большегрузов. Еще один пункт посвящен организации школьных перевозок. Это быть убежденными, что на каждом школьном маршруте, каждый день выхода есть и технический осмотр, есть и медицинское свидетельство. Да, там, где прикреплены сегодня школьные маршруты, прикреплены к ПТП, которые находятся в районных центрах, там понятно, там и база есть, там и регламент позволяет. Там, где этого нет, а много таких школьных маршрутов, в отдаленных селах, которые даже закрепи за районным центром, и чтобы он стоял 70 километров от районного центра, наверное, это нелогично и невозможно. Поэтому еще раз быть убежденным, что проходят эти все освидетельствования, и техническое, и медицинское, это прежде всего.